Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei MatePad Paper. И сейчас я покажу вам, как сделать сброс всех настроек до заводских. Итак, для этого мы открываем приложение настройки, после чего проходим в раздел обновления системы обновления. Далее выбираем сброс и нажимаем сброс устройства. Нажимаем сброс. Сброс. И ждем. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.